Galaxy S4 SMG357FZ. Замена дисплейного модуля. Оригинальный дисплейный модуль. Проклеены. Выключаем смартфон. Так, смотрим. Нагреваем. Преимущество низ дисплейного модуля и вверх. Обратите внимание, здесь шлейф нижних кнопок, подсветка. Будьте аккуратны, когда снимаете дисплейный модуль, особенно низ.
обратите внимание, дисплейный модуль я сохранил. Потом закажу стекло, поменяю. Так. Ничего нам отсюда не нужно вроде. Бэушный скотч снимаем. Без кнопки Home идет. Пристегиваем. Вставляем. Верхняя решетка, ну-ка, Home. Включаем смартфон. Совсем простая замена. Прессуем дисплейный модуль. Не слишком сильно. Закручиваем винты. В общем-то, на этом все. Сейчас проверим тачскрин. Все работает. Всем спасибо за внимание. Galaxy Asa 4. Только что мы поменяли дисплейный модуль. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в работе.